сегодня состоялось возложение цветов бюсту памятнику Канышу Имантаевичу Сатпаеву в честь Дня геолога. Возложили цветы студенты специальности география и история и магистранты специальности география. С его именем связано развитие геологии. Не зря его называют отцом казахстанской науки. Не зря его называют. Почему? Потому что 12 апреля в честь дня рождения Канша Имантаевича Сатпаева, я считаю, празднует наша страна День науки. Потому что это действительно такой легендарный человек –